Сколько иностранных граждан проживает в городе Семилистинск? Какие регионы России чаще всего уезжают из нашего северного городка? В течение этого года отделением по вопросам миграции по городу Лабытнанги всего оказано 9 тысяч государственных услуг. Тему продолжит Альмира Новоселова. После пересечения границы Российской Федерации иностранные граждане обязаны сообщить в подразделение миграции о месте своего пребывания, другими словами, встать на миграционный учет. Срок постановки на миграционный учет для иностранных граждан составляет 7 рабочих дней. Однако есть исключения. Так, для граждан Украины и Беларуси этот срок составляет 90 суток, для граждан Армении, Казахстана, Кыргызстана – 30 суток, для граждан Таджикистана – 15 дней. Иностранцы, прибывающие на территорию России, делятся на три категории. Временно прибывающие, то есть состоящие на миграционном учете, временно проживающие, те, кто оформляет разрешение на проживание сроком на 3 года, и постоянно проживающие, иностранцы, оформившие вид на жительство в России на 5 лет. В соответствии с данными мониторинга миграционной ситуации в 2018 году на территории города Лабытнанги на миграционный учет поставлено 1356 иностранных граждан. Снято с миграционного учета 852 гражданина. Среди государств с безвизовым порядком въезда по количеству находящихся на территории города преобладают граждане Таджикистана, Кыргызстана и Украины. Как правило, цель въезда преобладает работа и частная. В этом году зарегистрировано по месту жительства 238 иностранцев. С заявлением о выдаче разрешения на временное проживание обратилось 112 человек из других стран, а для вида на жительство – 65. Из 90 заявлений на приобретение гражданства Российской Федерации в отношении 80 иностранцев принято положительное решение. Фиксируют в отделении миграции и переезды лабытнанцев внутри страны. В ходе анализа механического движения населения города Лабытнанги в отношении граждан Российской Федерации наблюдается значительное преобладание притока населения над оттоком. Так, за текущий период зарегистрировано по месту жительства 1846 граждан Российской Федерации, по месту пребывания – 1410. Снято с регистрации по месту жительства 1890, снято досрочно с регистрации по месту пребывания 214 граждан Российской Федерации. Основная часть граждан убывает у нас в Тюменскую область, Краснодарский край и Башкортостан. Получить услуги можно посредством портала госуслуг, где можно записаться на прием к специалисту на определенное время. Также пока действует бонус – скидка 30% на оплату госпошлины, но только до 1 января 2019 года. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».